Хотим показать сегодня, как действует пятноводитель, карандаш от компании Faberlic. Вот берем платок цветной специально и сажаем пятно йодом. Вот. Теперь смотрите, карандаш сухой, обязательно условие, вот любое, какое бы пятно ни было, нужно обязательно промокнуть в теплой воде. Вот, промокнули хорошо, теперь смотрим, вот, что нужно делать. Аккуратненько провести по пятну карандашом. Вот почему я взяла специально цветной платок, чтобы вы видели, что от пятноводителя цвет не уходит, уходит только пятно. Вот смотрите, пятна нет, но надо обязательно же простернуть вот это местечко, и все. Вот любые пятна, масло, маркер, что угодно, все виды пятен этот карандаш удаляет. Единственное обязательное условие, хорошо просто салфеточкой промокнуть, чтобы карандаш был сухой, и положить подальше воды. И все. Удаляйте любые пятна с компанией Faberlic без проблем. Спасибо за внимание.